Всем привет! Вы на канале «Жизнь с цветами и без». Меня зовут Светлана. Я рада приветствовать всех своих постоянных зрителей и тех, кто случайно зашел на мой канал. Ребята, с такого ракурса я снимаю крайне редко. Залезла на стул, думаю, вот покажу еще вид сверху, так сказать, с мухиного полета, да? Ну или с высоты случайно залетевшего в квартиру жука. Не дай бог козебошек, которые вот эти вонючки-черепашки. Жук. Жук. Джентльмен. А сегодня вообще видео будет. У меня немножко сборная, так скажем, букетик растений. Потому что периодически я просто снимаю какие-то цветы, которые начинают там расти или видоизменяться каким-то образом. Ой, опять говорю цветы, растения. Мне сделали замечание, а я люблю такие вещи, когда мне делают замечания, чтобы я исправлялась. Как говорят, век живи, век учись. Ну, думаю, ты само собой помрешь, но исправляться в этой жизни надо. Как вот это вот кто-нибудь произнесет слово «ложить». Меня это шкарёжит. Я уже научилась применять, где слово «класть», а где «положить» говорить. Ой, опять начинаю болтовнёй заниматься. Периодически мне также пишут, что много болтовни. Мой канал, что хочу, то и делаю. Не нравится, идите лесом на другие каналы. Вот как-то так. Так вот, сегодня я вам покажу те растения. Кусочками снимала в течение какого-то времени, которые я вам вообще редко показываю. Вот, кстати, бельбергия. В прошлом году она у меня так активно цвела. В этом году я не знаю, будет цвести или нет, но наросла хорошо. Я на эту полку крайне редко поднимаюсь, крайне редко поливаю здесь цветы. И вот сейчас уже второй день пытаюсь сюда залезть, снять все цветы с полки, полить. Ну, как-то руки не доходят. А я живу по такому принципу. Если руки не доходят, желания нет, то и не надо туда лезть. Вот это слово «надо» у меня ушло из жизни. Раньше вот как на работе? Нравится, не нравится, надо, делай. Сейчас я на пенсии. Королева. Что хочу, то и делаю. Кстати, вытащила я отсюда кактусы. Убрала. За зиму они прям так повытягивались. Здесь у меня кот с хвостом стоял. Ну, потому что далеко от окна. Подумаю, что туда посадить. Конечно, идеальный вариант хвост коту сделать из кактуса. Но подумаю. Пока еще ничего в голову не пришло. А кто-то у меня спрашивал про замиокулькасы. Вроде бы я их периодически показываю, но народ все равно спрашивает. Три вида замиокулькаса у меня. Вон они. Вот так мою красоту покажу, которая еще цветет. Ну, уже отцветает, но предцветники есть. Но, кстати, и новые цветочки выпускает. Надо будет чуть-чуть попозже сделать видео опять отдельно и рассказать о своих ошибках, наблюдениях, планах именно по вот этому цветку. Так, это у меня еще один отсажен опорокактус. Ну, омолаживаю, потому что тот у меня очень-очень старенький. А это тут просто себя омолодило. И вот они мои тилансии уснеевидные. Вот, обезьян вам покажу. Вначале я их опрыскивала. Потом мне надоело их опрыскивать. Начала замачивать. Вначале их замачивала через день. Надо их чуть-чуть подальше повесить. Через день. Потом я начала их замачивать через два. Сейчас я их замачиваю раз в три дня. Рост наблюдается. Ребята, и вот знаете, что меня удивило с этими тилансиями? Я, честно говоря, всегда думала, что они мягенькие, пушистенькие. Нет, они мягенькие, пушистенькие только когда находятся в воде. А так они вот как, ну, вермишель тонкая. Или проволочка тонкая. Особо дергать не надо, потому что можно, как говорится, сломать. Они хрупкие, но растут. Я вот специально какой-нибудь отросточек замечаю и думаю, за тобой понаблюдаю. Ну и покажу
вот эту никчемную игрушку, которую я специально покупала для Тилансий. Что я хотела сказать? Не ароматизатор. Увлажнитель воздуха. Ребята, фигня полная. Не покупайте. Во всяком случае, вот эта модель. Вообще, вот я два раза ей попользовалась, и вот стоит она у меня как светильник или ночник. Да надо будет какому-нибудь ребенку придарить в подарок. Кстати, о ребенке. Буквально когда? Дня 4 назад позвонила мне давняя моя сотрудница. Она у нас и на работе-то проработала, ну, сезона 2 или 3. Говорю сезона, потому что работала в санатории, а у нас санаторий не круглогодичный. А начинал работать в апреле и заканчивал в октябре. И были сотрудники, которые приходили временно на работу с апреля по октябрь. И вот она приходила, 2 сезона работала. А я когда свой канал открыла, я ж всем, чьи телефоны у меня были, в моем телефоне, номера телефонов, я же всем разослала, что открыла канал, может, будет интересно, смотрите. Ну, и она, оказывается, подписалась. Я и не знала, мы с ней как бы и подругами-то не были. Она, кстати, в другом отделе работала. Так, знались и все. Там, при встрече, здрасте, до свидания, и все. Даже не спрашивали, как дела, потому что близкими не были. Болтаю, да-да-да. Кому надоело, валите. И тут она вдруг мне звонит. Я думаю, о, интересно, девки пляшут по 4 штучки в ряд. Она мне говорит, Михайловна, ну, она называет меня Михайловна. Ты знаешь, мы с внучкой смотрим все время твой канал, и внучка меня, говорит, уже забодала. Говорит, пойдем к бабе Свете в гости, я хочу посмотреть вживую ее растение. Она говорит, можно к тебе прийти? Я говорю, да, конечно, можно. Приходите, смотрите. Я собирала, ребята, растений, которые для меня, ну, не ценны, скажем так, а кто-то случайно ко мне попал, кого-то пожалела. Неплохие растения. Что-то я вам не сняла их. Насобирала целый ящичек. Вот они ко мне пришли, посмотрели. Ну, естественно, они меня тут нахваливали. У меня тут корона на голове аж прыгала. Мне ж была радостная, я ж тут бегала по квартире. Ну, не снимала их, не снимала, ну, как бы неудобно. И девочка стеснялась поначалу, потом оказалась такой болтушкой. Ну, в общем, когда они уходили, я им ящичек растений придарила. Вы бы видели радость этой девочки и глаза этой бабушки. Ну, счастья много доставила людям. И мне хорошо, чуть-чуть типа разгрузила, типа, смотрите, битком и здесь, и на другом окне. И людям сделала приятное. В общем, как-то так. Ладно. Приятного вам просмотра. Ему будет приятно. Когда ему будет приятно, я буду чувствовать, что мне тоже приятно. Что тебе тоже будет приятно. 17 февраля. Сижу на балконе, кайфую. Пью кофе. Уже допила. Здесь у меня подставочка под телефон. Смотрю канал Марина и мои цветочные друзья. Окно открыто, за окном плюс 10. Шум мешает машинка. А, вон, гляньте, там я. О, как показать? Да никак не показать. Не, вот так. Это ёшкин кот. Ну, ладно. Там машинка у меня тарахтит стиральная. Радуюсь жизни. Смотрю на свои цветочки. Периодически хватаю бубен, приплясываю. Ну, в общем, жизнь удалась, так скажем, да? Жить, как говорится, хорошо. А хорошо жить еще лучше. Точно. Смотрю на этот горшок с растением, не могу понять. Да уж у меня там вылезло. Вот у меня, давайте побольше покажу, вот этот горшочек. Этот горшочек я покупала на Валбрисе. 2 года назад уже там нет. Думаю, надо бы вот эти горшочки, их несколько, рассадить. Но что-то тут так хорошо все растет, что мне лень рассаживать. Это опять уже жди, пока они разрастутся. Кстати, вот это растение, я подпишу. Оно у меня те года уходило в сон. В этом году у меня не спало. Я думаю, что за бурьян там за ним вырос, я его и не вижу. И смотрите, что там за бурьян. Я надеюсь, хорошо показывает и растет. А это... Вот это растение тоже подпишу. Обалдеть. Оно у меня так за зиму потянулось. Ну, наверное, весной. Зимой-то, наверное, спало. И я вообще
глаза открываю, а он тут еще и раздвоился. Ребята, я каждый день на балконе по 324 раза и 6 часов. И я не видела. Вот как я смотрю, а, слепошара. Вот он раздвоился. Но вижу, эти вверх пульнули. Думаю, ну, наверное, уже места мало. Но что еще тут дал ростик? Подождите. Я там вместе с вами увидела. И там ростик то растение дало. Ну, давай, не подводи. Резкость на воде. Резко на воде резкость. Прикрикнула, типа испугалась. Ага. Не, ну это вообще, да? Для меня это новости. А рассадить его по-любому корни надо будет тревожить. Потому что здесь вот три вот этих вот впадинки. Ой, палец вытащу. И я туда подсыпала грунтик и туда сажала. Здесь чистая личуза, ребята. Я вот теперь думаю, пересадить или нет. Или пусть и это отсюда идет. Может, вот эту пальмочку эту вытащить отсюда. Не знаю. А вообще, ребята, эти горшки очень красивые. Если на подарок кому-то дарить, насажать туда цветочков и подарить, у человека восторг будет ого-го. Но в целом выращивать цветы в них, я вам скажу, если совсем медленно растущие растения. Потому что я раньше в эти горшки сажала другие растения. Они моментально вырастали, им было здесь тесновато. Ну, в общем, вот такая у меня радость. Здесь у меня попросыпались кактусики. Хорошо видно, да? И вот там прям хорошо видно. И скажите, я скажу. Так быстро хавортия, да? Не, та ёлы-палы. Напишу. Что-то я забыла. Тоже, смотрите, сколько у нее деточек. Не хочу даже ни одну деточку отделять. Пусть вот весь горшочек обрастает, чтобы была вот такая красивая горочка. У меня два вида такого растения. Не вспомню название, подпишу. Еще вот, тоже уже забило все там. Так, что у нас тут отвлекает сухой листочек? Вытаскивать не буду. Тоже смотрите, какая детка. Не знаю, пока не хочу пересаживать их, но... Это ж такое дело. Сейчас не хочу, потом захочу. Правильно? Во. Растет. А, и вот же ж покажу. Попросыпались и дали детки. Уже кое-какие растения в этом горшке. Так, моя орхидея еще цветет. Подпишу, когда я ее приобретала. Сейчас не помню и маячок не поставила. Это маячок стоит FB. Это фиолетовая плюс белая посаженная. Вот белая еще цветет. Три цветочка. А фиолетовая, смотрите, дала... Ой, ну как же показать, чтобы никого не сломать? Ну вот, завязи зацветет. И прямо много. Вот этот, наверное, бутон раньше всех. Ну где он? Ну как показать? Стеснительные у меня цветы. Наверное, быстрее всех зацветет. Люда меня смотрит, которая... не дала эту котлею. Люда, смотри, с ней все отлично. Надо полный вид, наверное, вам показать. На балконе стоит у меня. Ну, я так планирую, что она у меня пожизненно будет здесь стоять. Я на балконе провожу больше всего времени. Вот они меня тут радуют, мои цветочки. Вот сейчас при открытом окне у меня здесь 19,8. Ну, считай, 20 градусов. 45%. И, повторюсь, 17 февраля. Вон окно открыто. Соседка собачку выгуливает. Так, ну раз уже начала здесь показывать, что у меня тут еще в рост спустилось. А, вот, видите, это тоже лесной кактус. Но опять же, видите, дай бог, чтобы вы увидели, вон. Он тоже кучу надавал прямо ростиков. Это учительница мне моя передавала лесной кактус. Я его весь... пересадила в новый грунт, в свой горшок. Ну, вполне нормально, я же говорю, весь растет. И вот лесной кактус, я так и не узнала его название, который я привезла из Турции. Когда я была в Турции? Осенью, да? В ноябре или в октябре, не помню. И вот смотрите, какие стрелки. Вот эти вот две стрелки.
Они были совсем малюсенькие, и корней не было. Он прям дал здесь корни на отростке. И прям выпустил. Ну, и эта стрелка растет. Да, кстати, когда я показывала свою питахаю, мне сказали, надо ее ветки подвязать и поставить ровно. Тогда у нее больше шансов зацвести и дать плод. Спасибо, ребята. Я так и сделала. Вот они у меня подвязанные, эти ветки питахая. Так, хочу вам показать еще свою клевию молоденькую. У меня их было две. Одна взрослая. Я отдала тоже любителям цветов. Но там свой дом. Надо как-нибудь спросить, как у них она поживает, эта клевия. А моя клевия, которая была маленьким ростиком, вот здесь. Я не знаю, будет она расти, фу, цвести в этом году или нет, но растет неплохо. Вот как-то так. В эту зиму у меня самая большая переския, листовой кактус, сбросила листву. Но я вообще не переживала, потому что здесь холодно, ясное дело, она спала. А которая в комнате перескии, они с листочками. И смотрите. Ну что смотрите, я-то показываю. Чего ничего не показываешь? Во, пошел ростик, пошел ростик. В общем, я думаю, она быстро обрастет. А вообще это очень быстро растущее растение. А, и вот, да, она вся уже, ну не знаю, увидели, не увидели, обрастает. Но зиму растение отдыхало. У меня перескии стоят на южном окне. Я не знаю, смогу я показать, чтобы не доставая. Ну, большой довольно-таки кустик. Да, ешкин кот, как тебе показать? Ну, вот он, прям большой кустик. Молоденький. Я осенью черенковала. И он отлично растет и красивый. Молодой. Ну, конечно, молодые все красивые. Что там и говорить. И вон еще отсадила один кустик. Ну, веточку тоже растет. Вы знаете, для чего я рассаживаю? Типа дублики. Да, дублики, дублики. Но когда иду в гости, я с пустыми руками не иду. Я ношу свои цветочки, потому что уже все знают, что у меня куча цветов, и иду в гости с каким-нибудь цветочком. Поэтому я вот так делаю. Так, вот, ребят, еще хочу вам показать. Вот такие у меня лампочки есть. Лампочки, бутылочки для напитков. Ну, детские. Для коктейльчиков, для соков. Вот у меня их две. Было больше, я раздарила. На какой-то праздник покупала. На день энергетика поздравляла своих знакомых электриков. Кому-то подарила и себе оставила парочку. Вот они у меня долго-долго без дела стояли. А потом думаю, дай-ка я что-нибудь в них посажу. Вот смотрите. Вот здесь мух сфагнум. Причем я отщипывала прям молоденькие росточки от мха. Ну, вот чуть больше спичечной головки. И накидала вот прям сюда на дно. Капнула чуть-чуть водички. Вот этому растению в этой бутылке, ну, наверное, уже почти год. Водички периодически капаю. Определенного места, где у меня это растет, нет. То туда поставлю, то туда, как бы, знаете, ну, вот. Вот эта вот штучка, видите, она здесь с дырочкой, куда вставляется вот эта вот трубочка. Вот это вот, вот. Она хорошо выходит оттуда. Входит и выходит. Она даже, вот. Вот здесь эта бутылочка зелененькая. Я не знаю, сверху она покрашена или изнутри, не помню. А, по-моему, сверху, ну, снаружи. Потому что я мыла. И оно, по-моему, смылось. Не помню, не буду врать. Наверное, все-таки снаружи. Кто бы его там внутри красил. И вот я открутила. Да, ёшкин кот, сейчас, подождите. Вот, открутила. Сейчас. Вот эту пробочку. Ничего тут умного. Как это на лампочке называется? Цоколь, да? Во. Во. Такое горлышко. Накидала туда. И оно выросло. Почему я вам показываю? Ну, мне кажется, это будет интересный подарок вашим детям, внукам. Это так неожиданно. Позвольте мне подумать. Я видела как-то в продуктовых магазинах сок продавался в таких бутылочках. Но там не было дырочки вот здесь. Но это ж можно дырочку просверлить.
Правильно. А можно и без дырочки попробовать выращивать какие-то растения. Самое простое, что сюда влезло, так это мох. А, ну и размер покажу вам. Вот в ладошке моей держу. Размер вот как крупная лампочка, вот которую на улице обычно вешают. Лампочку лича. О, еще скажи, кто такой лич, да? Не все ж помнят. Вождь мирового пролетариата, у которого были сказаны золотые слова. Учиться, учиться и еще раз учиться. Что мы и делаем всю свою жизнь. Хочу вам показать свои сингониумы, которые растут у меня на опоре, в горшке с автополивом и с индикатором уровня воды. Растут вроде бы неплохо, но, скорее всего, я буду их чуть-чуть пересаживать. Что значит чуть-чуть? Насколько возможно, соберу верхний грунт и его заменю. Так как здесь водичка поливается вот сюда, растут они, повторюсь, хорошо. Ну, цвет потеряли, потому что не хватает им, конечно же, освещения. У меня нет нигде ламп. Ну, так вот ростики дают. А, еще, кстати, вернусь. Как-то я их показывала. Мне сказали, Света, накрути на опору это растение. Больше места будет на опоре для дальнейшего роста. Я накрутила, но, ребят, особо места не выиграла. И тем более, я вот думаю, то ли доращивать дальше, то ли как хорошо отрастет, макушку снести. И пусть кустится. Тем более, что, ребята, он начал куститься. Вот что основное сегодня я хотела вам показать. Вон, видите? Зелененький ростик. Медленно, но начал, но показал. Вот, пожалуйста, на автополиве. Почему я хочу поменять грунт? Я уже один раз меняла грунт. Грунт вот этот плесневеет. И до меня долго доходило, почему же и как же, а потом дошло, что грунт именно для автополива, несмотря на то, что это сингониум ароидный, нужен все-таки другой. Я думаю, что сюда, в грунт, не надо добавлять кору, не надо добавлять, как это, кокосовые там чипсы. Мох, да ладно, мох, ладно. А вот все остальное, потому что оно постоянно находится во влаге и начинает плесневеть. Я сделала именно такой вывод. Поэтому я хочу как можно больше отобрать того, вот этого грунта и пересажу, не знаю, буду снимать или нет, поэтому так подробненько вам рассказываю. Посажу в грунт теравита с добавлением перлита. Мне кажется, это будет идеально. И вот еще сразу покажу. Листики отсушивает. Нижние — это нормально. Если 2, 3, даже 4 листочка нижних отсушивает, я всегда говорю, радуйтесь. Значит, он дает новый ростик. Вон он новый ростик и дает. И вот эти желтенькие листики, я их уже прям сам листик оторвала, а вот эту палочку еще нет. Она еще зелененькая. Потому что именно они питают новые листики, которые там, если вы оторвете полностью вот этот некрасивый желтый росток, у вас может вот тот ростик зелененький просто загнуться. И он может этот, оно может, это растение, давать другой листик, и тогда начнут отсушиваться другие вот листики. А оно вам надо, поэтому потерпите вот эту не очень красоту, оно потом, когда тот вырастет, отвалится само. Ну, или вы потянете вот так вот, и он вылезет. А так не трогайте. Так, и еще один сингониум у меня есть с ростиком. Вот, вы знаете, из всех сингониумов этот дантонг у меня оказался самым жизнеспособным и самым некапризным. Вот, и он, кстати, дал два ростика, в отличие от всех других. Вы видите? Вот это маленький, а вот большой рядышком. И я что-то не помню. Ну, наверное, какие-то листья отсушивал. Я уже забыла. Ну, растволик голенький, значит, отсушивал. И растет в таком же грунте, в который мне не нравится. Тоже,
Ну, чуть-чуть попозже. А когда именно попозже? Когда он... А где тут индикатор влажности? А, он с той стороны. Ну, сейчас на другом покажу. Сразу скажу, очень мне нравятся эти горшки. Но нужно делать для этих горшков правильный грунт и правильный полив. Вот буду замену грунта делать. Когда полностью вода отсюда уйдет, вот когда вот этот поплавочек упадет на самый низ, и грунт сверху просохнет, тогда я аккуратненько сухой грунт, его будет легче вытащить, вытрясу или руками, или пинцетом, ну чем-то буду вынимать. Может, обычной ложкой столовой вычерпаю. И тогда досыплю. С поливом что касается? Поливаю я именно сингониумы на автополиве с индикатором уровня воды очень редко, очень. Я делаю просушку. Вот они попили хорошо, водичку выпили. Я щупаю грунтик. Если он мокрый, я все равно сюда не доливаю. Я жду чуть-чуть просушечки. И только потом, когда верхний слой сухой, я доливаю сюда. Получается, ну, чуть ли не месяц без полива. А чувствует себя отлично. Я очень довольна этими горшками. Особенно если кто уезжает из дому там в командировку, либо летом на дачу. Вот это прям вот на сегодняшний момент для меня идеальный вариант. Замечательно. Поразительно. Гениально. Делаю уборку на восточном окне. Ну, как обычно. Протираю, убираю. Поснимала все цветы, вытираю подоконники. Ну и сослепу смотрю на одну из своих пеперомий арбузных. У меня их несколько в разных грунтах и разная посадка. Провожу эксперимент, где им лучше. И думаю, да что у меня один листик не раскручивается. Думаю, ну, жара от батареи, наверное, жар. А потом присмотрелась. Ребята, он зацвел. Почему он? Она зацвела, пеперомия. Вот так-то. Вот такая мелочь. И зацвела. Но, честно говоря, мне этот цветочек не нужен. Сейчас я его обрежу. Зачем растение будет тратить силы на цветок? Пусть наращивает листву. Она, кстати, там и наращивает. Вот. Вон сколько там зелененьких росточков идет. Ну, в общем, цветонос я срезаю. Итак, мое видео подошло к своему завершению. А время, между прочим, 17-12 минут. На целый день растянуло кино свое. Ну что, что-нибудь сниму, помонтирую кусочками, что-нибудь уберу, что-нибудь вытру. Ну вот, кстати, про полку. Я ведь начала с нее, убрала все цветы с полки, вытерла полку, полила все цветы, пересадила филодендрон Бразил. И, в общем, как? Сделал дело, гуляй смело. И на этой веселой ноте я желаю вам и вашим цветочкам процветания. И помните, что все будет хорошо. Вот даже не сомневайтесь, я это точно знаю, потому что по-другому просто быть не может. Поверь мечту!